Привет, я Валерий Привалов. Передо мной смартфон Bullet AF3. И сегодня есть хорошая новость. Появилась TWRP Recovery, при помощи которого можно устанавливать порты прошивки, предназначенные для Recovery. Устанавливаться данный Recovery легко через приложение Rusher. Ну вот у меня не рутирована система. Прошивка МГО. Вот сейчас я хочу прошиться через рекавери прошивкой КТА М86. Выключаю. И загружаюсь в меню рекавери. Вот так она выглядит. Для начала делаю вайпы. Advanced wipe. Выделяю далвик. Кэш. Дата. И кэш. Делаем свайп. Назад. Install. Здесь выбираю Apple Level. А здесь External SD. И нахожу нужный мне ROM. Вот этот. И делаю свайп. Процесс пошел. Процесс закончился успехом. Нажимаю Reboot System. Система загружается. Система будет загружаться с черным экраном. Первоначальный вход системы. Ну и вот передо мной рабочий стол прошивки КТА М86. Вот с таким довольно простым способом прошивки смартфона Bullet AF3 через TWRP Recovery я хотел сегодня вас познакомить. На этом заканчиваю. Всего доброго.